Всего несколько дней есть у брещан и гостей города над Бугом, чтобы посетить необычную грибную экспозицию. Более 60 видов, съедобных и не очень симпатичных, и издающих самые разные запахи грибов, едва уместились в небольшом зале краеведческого музея. Благодаря терпению и трудолюбию организаторов выставка получилась яркая и разноплановая. Мы сегодня можем лицезреть представителей отдельного царства, царства грибов, которое стоит между растениями и животными. Богатейший мир для нас почастую неизвестный, неизведанный. Вот здесь мы видим основные грибы, которые встречаются в наших лесах, не только в различных лесах. Грибы съедобные, ядовитые, несъедобные. Самые разнообразные. Часто мы мимо проходим, не зная этих грибов, называя всех поганками. Вот, но в том числе и известные нам грибы. Рыжики и красные мухоморы, подосиновики и бледные поганки, пышношляпые боровики и рыжие красавицы-лисички. Экспозиция удивляет разнообразием. Грибы можно понюхать, внимательно рассмотреть, а также расспросить научных сотрудников о любимом месте обитания. Экспозиция также призвана показать важнейшие отличия съедобных и несъедобных грибов. Именно это поможет любителям тихой охоты не отравиться и сохранить здоровье близких. Я думаю, конечно же, сориентирует и еще раз даст возможность подержать в руках, как говорится, эти грибы или побыть рядом с этими грибами, которые являются и съедобными, и несъедобными. Все-таки стенд – это та открытая книга, которую можно сегодня вот так вот посмотреть, с ней ознакомиться и отправляться на тихую охоту. К сожалению, выставка продлится всего несколько дней. Живые грибы долго не хранятся. Потому у тех, кто хочет в городе окунуться в романтику леса, есть уникальная возможность подышать чистым воздухом, вдохнуть аромат свежих грибов и вспомнить о чем-то хорошем.